Доброго времени суток всем на канале Олег Нестеров, Брест. Нас сегодня вот так погода решила побаловать. Бабье лето снова вступает в свои права. Ну а мы продолжим наблюдение за нашим вчерашним опытом. То бишь мы вчера покрасили капот. Верхнюю часть мы красили с грунтом. Нижнюю часть без грунта. Ну и сравним результат, что у нас получилось. Вот эта часть у нас покрашена по грунту. Видите, блеск хороший. Эта часть без грунта. Ну и здесь также, здесь на другой шпаклевочке. Здесь у нас по грунту. Здесь сразу на нитрошпаклевку. Здесь вот, если видите, видно явную просадку. Тут вот, не знаю, видите, нет, вот видите кубики. То есть наша, то, что мы армировали, проглядывается уже. Как бы просадка уже пошла. Ну, за капотом мы еще последим. Я думаю, все-таки там, где без грунта мы красили, будет и просадка, и все-таки это место должно помутнеть. Оно себя покажет. Ну, или краска будет отваливаться. Время как бы у нас есть, мы его отложим в долгий ящик. Будем время от времени за ним наблюдать. Ну и наши тесты на беременность. То есть мы вчера вот заделали, сейчас я покажу ближе. Вчера мы положили в солевой раствор. Вот эту часть мы не грунтовали. То есть положили, она у нас ночь лежала. И загрунтованная. Пока ржавчины нету даже не на загрунтован. Ну вот, ржавчина начинает появляться под швом. Но мы еще немножко ее подержим, понаблюдаем за ней. Она у нас полежит в водичке. То есть тоже время от времени мы за ней понаблюдаем, что будет происходить дальше, как она будет себя вести. Кто недавно как бы попал на наш канал, подписывайтесь. Начало опыта можно посмотреть в предыдущих уроках. Для этого я дам вот тут вот папочку. В конце будет желтенький квадратик. Посмотреть всю папку с видеоуроками. Туда нажимаете и переходите. Там будет полная папка всех видеоуроков. То есть минуя другие какие-то видео. Потому что как бы есть на канале еще и другие видео. Ну и сегодня у нас как бы появились какие-то сдвиги по Citroen, которые мы будем скоро готовить, варить. Все это я буду показывать, убирать ржавчину, вырезать арки, как приварить. Опять же буду свой способ показывать. Будем восстанавливать Citroen-чик, как бы до конца я его покажу. Потому что как бы мы с опытами немножко удалились от дел. Ну, хочу сказать, хоть мы и проводим такие опыты, да, как судьбу наколоть, все-таки я придерживаюсь того мнения, что надо все-таки соблюдать технологию. Да, что-то можно сделать попроще, что-то это, но основной костяк. Не надо нарушать технологии, как бы это приводит не к хорошим результатам. То есть мы стараемся показать, что будет, если вы не будете соблюдать технологию, да? То есть я за то, чтобы соблюдать все-таки технологию. Кто только начинает, да, что-то вы развести не можете. Ко всем материалам есть инструкция подробная. То есть постарайтесь ее прочитать и приблизительно по инструкции развести и пользоваться как бы материалами. Инструкция, она все-таки близко к истине, да. И единственное, что вы плюс-минус, да, можете отойти по густоте там краски, можете отойти от инструкции, и как бы ничего тут страшного не будет, вы сами поймете, что вы сделали не так. Ну, как бы все на своих ошибках, да, учатся. Хотя мы стараемся сделать так, чтобы вы не на своих учились, а на наших ошибках. Ну и чтобы как-то сменить обстановочку, да, уже с опытами вас немножко, наверное, припарил.
Вот, займемся мы сетраинчиком. То есть я вам покажу и сварку, и как по ржавчине работать. Как бы на этом сетраине много работы будет. И то есть многие этапы вы увидите. Что-то повторим, что-то новое, может, вы почерпнете. Как-то так. Еще раз обращаюсь к новичкам, кто только поступил на наш канал, случайно залез. Вливайтесь в нашу компанию, у нас будет очень интересно. Скоро будет новое видео, новые этапы ремонтов. Все это буду выкладывать. Подписывайтесь на канал, участвуйте в комментариях. В комментариях вы можете задать мне свои вопросы, я обязательно отвечу. Кто-то, может быть, увидит ваш вопрос, тоже ответят на ваш комментарий. Подписывайтесь, делитесь моим видео, я взаимно поделюсь вашим. Как бы я хочу насобирать до Нового года 500 000 просмотров, да, на канал. По-моему, это реально, но все равно, если вы поможете, я буду очень признателен. А опыты, ну, чему нас учат опыты? Опыты нас учат, как можно ошибиться, как не нужно делать, как, может быть, можно что-то сделать, да? Вот вчера вышло видео, да, Димон Форекс. Спасибо тебе, Димон. Прислал мне свое видео, как он сделал пороги, да? Там не судите, конечно, строго. Человек вот так вот вышел из положения, да? То есть год-два, то, знаете, показывает вообще жизнь, что и по 3 года так ездят, и ничего не случается с порогами. Посмотрите, очень интересное видео. Замутил нормально, красава. То есть для себя такой вполне бюджетный вариант, я думаю, пойдет. Конечно, это все сгниет там через какое-то время. Ну, уже он, я думаю, к тому времени, как сгниет, и машинку поменяет. Как бы здесь, в Беларуси, особого, как бы, нету такого напряга купить себе машину. Наверное, как в России велосипед, так здесь купить машину. Не говорю, что очень хорошую, но поездить можно приобрести. Мы живем здесь супер! Хоть все и ругают нашего батьку, а он красавчик. Это я серьезно говорю, как бы не для камеры. Хоть я и россиянин, но я его очень уважаю. Хотя бы за то, что он один пытается поднять такую страну, которой полезных ископаемых не так уж и много. И уверяю вас, здесь мы живем очень так стабильно, да. Ну, по крайней мере, пенсионер может себе позволить купить кусок мяса. Это, знаете, радует. А то, что его ругают, это все ерунда. Если тебе, как говорится, плюют в спину, значит, гордись, ты впереди, правильно? Нормальный мужик. Если тебя ругают, да, значит, ты все правильно делаешь. Ну, как бы вот так. То есть я доволен. Я сам россиянин, да, 30 лет прожил. Здесь у меня бабушка жила, переехал сюда. Живу и радуюсь. Прекрасная страна, прекрасные люди, чистота. Чистота везде, куда бы вы ни заехали. В любой деревне асфальт. Вот в этом году зимой все порвало у нас, весь асфальт. Ну, было так, что растаяло снег, воды много было, и порвало весь асфальт по всему городу. Что вы думаете, до 9 мая весь новый асфальт положили? Вот так вот. Если кто-то другой вдруг, да, к власти, не дай бог, придет в Беларусь, это будет полный крах. То есть просто все, что годами делалось, какое-то упорядочилось, все разрушится. Я думаю, этого не стоит делать, не надо ругать его, он старается. Но не будем о политике, а то что-то уже совсем я в политику ударился. А расскажу я вам еще сегодня. А покажу я вам сегодня такой момент, вот как бы спрашивали, да, споры прошли, что я руками вытру быстрее, чем машинкой. Ну и сейчас я как бы в реальном времени начну тереть машинкой. Но машинкой тереть долго, вы увидите. Я начну машинкой, засекем, сколько мы времени, сколько я машинкой потер, да? И доработаю я уже рукой другую половину. И посмотрите, насколько быстрее трется. Тереть буду одной и той же шкуркой, то есть 120-кой. Ну, для начала
намажем шпаклей все. Я вот так вот втираю сначала, а потом стянем, чтобы в поры все въелось. Бля, ну шпатель чистый, бля, Толик. Капилля рисуют у нас. Вот как бы для опыта я возьму, не знаю, здесь видно, не видно. Сотая у нас шкурка Bosch. То есть сотая, она даже крупнее, чем 120. Ну, 120 у меня нету на круге. Так вот, одеваем. Сейчас я покажу ближе. Вот, как видно, я затер небольшой участок. Сколько у меня ушло на это времени, да? Ну и сейчас я то же самое проделаю 120-й шкурочкой. Вот, эта шкурочка даже меньше. То есть мельче. То есть стереть она должна как бы дольше, да? Результат налицо. Я думаю, здесь вопросов нет. Руками гораздо быстрее. Сейчас я покажу поближе. Ну, конечно, там еще не все готово. Как бы вот, видите? То есть плоскость я уже вывел. Уже можно накладывать снова вот эти поры, заделать это Толик рукой. Закосячил, блин, и ржет, сидит. И все, сейчас перетянули, также рукой вытерли. Вот водичкой мы протерли. Я не думаю, что она глубоко пропиталась. Сейчас слой подсохнет, мы его хорошо высушим. И снова наложим. Так что, как видите, сами можете увидеть, я не шучу, руками у меня получается гораздо быстрее, без пыли, без копоти и всякой. Даже с учетом того, что шкурка у меня, когда я рукой тер, была на следующую ступень меньше, то есть как бы тереть она дольше должна, по идее, да? Ну и тут еще, конечно, вопрос привычки. У некоторых рука может устает, но вы видите, я даже большую часть стер рукой, чем я машинкой в два раза дольше времени потратил и стер меньшую плоскость. Ну тут, конечно, на любителя. Кто любит технику, тот то есть все автоматически делать, то, конечно, пожалуйста. Но руками всегда ты лучше выведешь, там же вибрации нету, все ты чувствуешь.
Ну, это не тот вариант машины, который надо там стараться сильно, но все равно. Ну, еще что я хотел сказать. Ну, правда, в машинке у меня ход как бы 2,5 миллиметра. Это, ну, говорят, вроде как мало. Но все равно, меня как бы это не устраивает. Мне не нравится тереть машинкой. Я как тер руками, так и буду тереть руками. Никого я не призываю тереть руками. Кто как хочет, так и трет. У меня вот так получается, у вас может быть вот так. Ну и на сегодня, наверное, все. Сделаем так сегодня коротенько, да? Кто у нас новый, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Скоро мы будем делать Citroen от и до. То есть там уже пойдет больше информации по самой работе. Как бы, может быть, вам это будет интереснее, да, чем опыты. Ну, опыты тоже как бы нужны, мы их будем проводить, будем следить за капотом, будем следить за нашими тестами этими на беременность. Шучу этими. Все поняли, короче. Ой, по сварке, что мы заделали. Эти тесты, которые мы подготовили, которые у нас лежат в соляной ванне. Кто не видел, можете посмотреть предыдущие уроки, где мы начинали этот опыт. Ну и будем следить как бы за опытами, будем дополнять информацию, будем делать Citroen, будем делать другие машины. Короче, будет не скучно. Оставайтесь на канале. Новенькие, подписывайтесь на канал. Очень буду рад вас видеть у себя на канале. Заходите в обсуждения, в комментарии, задавайте свои вопросы, постараюсь ответить всем. Ну а на сегодня все. И как всегда, всем бабла! Я заряжаю это видео на бабло. Давай.